Я тут звонит, а? Карина, ну, положуха. Мне подарили, наверное, я не знаю, у меня почему-то оказалась машинка. Порт? Маленькая, игрушечная, на управлении. А, ну это все. Я подозреваю, что это Кристина. Но если Кристина поменялась с кем-то, то это не Кристина. Потому что я своего тайного Санту знал. Подожди, меняться можно? А Кристина поменялась. Именно поэтому и поменялась. Олег, это я. Эта машинка больше даже не тебе, а тебе. Да. Она же связана с профессиональной деятельностью и с рождением ребенка. Два. Да. Беленькая? А? Не, ну она же на Bluetooth, может телефоном. Класс. Ты до сих пор играешь. Саша, ты портишь мне всю кадру. Алиса, ты получила загадочный. Так. И что это было? Это были бутылка, внутри которой находились маленькие конфетки. Там сникерсы всякие. Мы видели, я ел оттуда. Да. Олег Валерьевич, не полечь. Вот да. Но очень неожиданно. У тебя есть подозрения? Нет. Нету? Ну, я так... не понимаю, кто мне подарил. Оригинальный подарок. Бутылка как конфетка. Есть подсказка. Я ел с этой бутылки. И я ел. Это ничего не значит. Все ели с этой бутылки. Все ели, подождите. Алисе хоть что-то досталось или нет? Я не знаю. Я думаю, что это бутылка. Я не знаю, хорошо, оставляем по колену Алису. Алиса, вы получили подарок. Я получил подарок. Ко мне приходил сам. И я только не понял, что он хотел мне сказать этим подарком. Что я вел себя хорошо или что я вел себя плохо. Потому что он мне подарил и выпить, и закусить. Я не знаю, это Олег молодец, продолжай. Или Олег... Расслабься и наконец-то выпей из... Закуси! Закуси, да. Поэтому... Я считаю, что я знаю. Я тоже догадываюсь, это... у меня есть подозрение на двух человек, но они имеют одну фамилию. Вот как это... Ну, это компонент. Пропусти! Кто? Я уже меня разгадали. Да? Подожди, тебя? Ну я сидел, разгадали, это что стало. Это ты, да? Ну мы с этим вместе были барабаны. Спасибо. Я сопровождал это. Отлично. Сереженька, а тебе подарили как-то подарок? Наконец-то да. Это загадка. Он и что интересно? Это зарплата. Это во-первых. Это лучший подарок. Это раз. Это раз. А когда это было? Каждого 5-го, 20-го по подарку обязательно. Не, я не попадал в этот период. Но, если что, это ошибка. Это ошибка. Спалился два раза. Ну, рассказывай. У-ху. Во-первых, он тогда три раза. Во-первых, был подговорен мой непосредственный руководитель вымыть меня из кадра. Ты это понял когда? Когда ты говорил, что ты делаешь? Я говорю, то-то, реально важно делаю. Бросай все, иди сюда. Думаю, понятно. Жду. Прихожу, брат, а ищу. Нету, блин. Везде посмотрел. Загнул везде ему, в кабинете. У меня кабинет, вы видели, да? Один на полтора. Ты его открытым оставил специально. Я даже перезагрузил компьютер. А что вы так глядывали? Не помогло. Если бы не заказ продолжился, до сих пор бы искал. Да. Но когда нашел, да. Сразу спалила буква написания моего имени. Там есть спаленная буква. Попала по сомнению сразу. А когда открыл, увидел упаковку, после этого ящик мы все видели. Так надо забронировать было. После упаковки и оформления упаковки, это их, ну, так сказать, ленточка, хотя это все-таки веревочка, отпали все со мной. Подарок. Да. Правда хотели на Сергея? Сереж, чистая правда, но коробку подписывала не я.
И теперь я хочу произнести тост. Александра. За то, что мы все одна команда. И мы же, это К. И Ж у нас у всех одинаковая. У меня, Саша, Ж другая. Показать? Ж. Потому что мы все сидим на одном стуле. Сережа, но есть нюанс. Я была в подготовке этого подарка не одна, да, коллеги помогали. Конечно, я видел людей в курточках, которые ходят, меня послали. Говорю, вчера мы оделись, у тебя там так холодно. Говорю, бля, чего не футболка? Ну мы же тебе ходили, зачем? Но был еще один человек, который не работает в Рустамахе, который мне помог. Он сам их склеивал? Угадай, кто это? Даже боюсь, я работал в Тамаре. Я работаю в Руслане. Руслан привез тебе подарок. Санта, что ли? Дима? Ну, что там набрать? Фу, Петя. Нет, не Петя. Все. Очередь. Так а что там? Что там? Рассказываешь что-то? Вот это загадка. Рассказывай. Нет, просто секунду. Подарок был сделан с любовью. Любовью, конечно. И с большой буквы Ж. Ну что там? Там две упаковки, готовой запас жвачек лавки. Ничего себе! Но то, что Сережа любит эти жвачки, мне сказала его дочь Катерина Сергеевна. Это круто, блин. Трижды сошлись. Ты откуда она знала, что я это не люблю? А где ты такое купила вообще? Она сказала, нет, они продаются спокойно везде. Олег Валерьевич, на турецком сайте там есть еще до сих пор лежат. Это вот эти, которые ты это самое. Да. Я всем девочкам принес по одной жвачке. Были у Юли, у Кати, у всех были девочек. Я подумал, блин, вот и Юля. Я тоже ей давал ловись. Блин, я всем девочкам подал, то есть не все девочки под подозрением. Но это очень. Но это сбросилось, потому что, ну, даже если бы был мальчик, было видно, что упаковывала девочка. И выбирала девочка. Там была, да, коробочка спалила сразу, что девочка. С бантиком. Нет, если бы дарил бы мальчик, спалила коробочка. Так мальчик не выберет никогда. Ну, в смысле, если бы мальчик бы дарил. А я? Нет, Саш, только не выбрал никогда. Я покажу тебе, какая коробочка с ней. Это уже половина пути. Вот, поэтому... Короче, я позвонила Кате. Я по букве и по коробочке. Я позвонила Кате. Ну, блин, буква, говоришь, ты писал, а? Но я, когда увидел соответствие в тексте, я понял, что это вряд ли это Катя писала. Там есть моменты, но мне не понравились. Алло.